Социал-демократ Петр Своек не виден сенсационности в заявлении депутата Тинякеева. Использование казахстанского бюджета уже давно требует пересмотра. Однако в том, что правительство после слов мажилисмена Тинякеева действительно уйдет в отставку, Своек сомневается. Но что это может действительно произойти в более ранние сроки, эксперт не исключает. Главная проблема в том, что освободившиеся места займут уже знакомые всем по госслужбе люди. И политическая и экономическая ситуация останется прежней. Ну, не по команде Тинякеева, разумеется, и, наверное, не в те сроки, в которые сейчас все прогнозируют, но то, что что-то товарищу Назарбаеву, господину, надо будет делать, это совершенно точно. Ведь и глава администрации, и премьер, и председатель Нацбанка, и вот эта самая интересная должность под названием глава Шагруп Казаны, они все топчутся на месте. Другой вопрос, что он той же ложкой будет перемешивать в этом супе все те же ингредиенты. Ничего нового там он, к сожалению, к великому сожалению, добавить, по всей видимости, уже не может.